Салам, дорогие, с вами Рус. Прямиком с отпуска бегу к вам для того, чтобы записать новое видео о текущих акциях на биржах, в которых я лично принимаю участие, и, как мне кажется, которые могут помочь кому-то сформировать свой как стартовый капитал, так и, в принципе, увеличить свои уже имеющиеся средства. Тем не менее, принимая участие даже от самих бирж, всегда надо понимать, что за ними есть ряд рисков, поэтому обязательно оценивайте очень грамотно то, как вы подходите как к своим финансам, так и, в принципе, к различным акциям. Не бегите за быстрыми процентами, но более подробно я расскажу об этом, естественно, в сегодняшнем видео. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram-канал, здесь мы публикуем информацию о всех новых вышедших видео. Также ежедневно, каждое утро у нас выходят дайджесты по всем новостям на рынке. И помимо этого, также мы вас уведомляем о всех текущих новых и сочных аирдропах, либо же об акциях, в которых сами принимаем участие. Переходите в наш Telegram-канал, ссылочка на него в описании к видео. И давайте будем приступать. Прежде всего, мы, естественно, начнем с тех акций, которые уже немного завирусились. Я вам о них более подробно расскажу, дам какие-то свои рекомендации о том, как правильно стоит подходить к этим акциям. И после этого мы перейдем к низко зафоршенным акциям, о которых не так часто пишут в разных телеграм-каналах, либо же в новостях, но на которых тоже можно заработать неплохой капитал. И начнем мы, естественно, с последнего лаунчпада на Binance. На платформу вышел проект Arkham. Кто не совсем знает, что это за проект, на самом деле это очень крутая система, которая позволяет как отслеживать кошельки, так и, в принципе, вести менеджмент своих ресурсов. Но тем не менее, насколько мне известно, основную популярность данная платформа как раз получила за то, что она предоставляет возможность обзора каких-то конкретных кошельков, которые не находятся на поверхности, например, каких-то китов, либо же любого другого крупного капитала, который не так часто палится в сети. Но тем не менее, есть сталкеры, которые находят эти кошельки, отслеживают все транзакции, и сейчас у них есть возможность увеличить свой заработок на этом. Они не только покупают монету, которая пользуется спросом среди китов, но также могут и продавать адрес этих кошельков, которые, по сути, и участвуют в этой транзакции. К слову говоря, у проекта уже закончилась фаза снапшота, когда они сделали скриншот всех кошельков, которые принимали участие на сервисе, это было 8 июля, 5 дней назад, поэтому участвовать уже поздноватенько, но тем не менее Binance предоставляет нам возможность принять участие в этой акции всего лишь за стейков своей BNB. Опять же, это не совсем стейкинг, по сути вы как бы имеете доступ к своим монетам, в любой момент можете их просто продать, но в какой-то мере я считаю это стейкингом, правда без процента. Вам нужно удерживать некоторое количество BNB на своем счету до момента аллокации, и в последний момент, если вы выигрываете аллокацию, вы за BNB покупаете эти монеты. В результате вы можете на листинге продать их с большими иксами, но зачастую большинство пользователей проигрывают эту акцию. Поэтому в данном случае я решил немного спекулятивно купить пару BNB-шек для того, чтобы в дальнейшем их продать в последний день, если же, например, я пойму, что у меня шансов крайне мало. До окончания акции еще довольно-таки много дней, целых 4 дня, поэтому, ребятки, можете напрячься. Однако уже на текущий момент идут скриншоты балансов, поэтому я бы вам рекомендовал под это все дело выделить минимум 300-400 долларов, если вы узнали об этой акции только сейчас. Вы просто покупаете BNB, кидаете их на свой кошелек, на Binance, естественно, на спотовый кошелек, к слову говоря, это крайне важно. И после этого заходите вот на эту страницу и смотрите, появились ли они у вас вот здесь вот в Average Balance. После этого у вас каждый день будет делаться скриншот, вот, например, в моем случае, каждый день с какого-то числа у меня есть скриншоты о том, что у меня на балансе лежит BNB. И в результате 17 числа на основе того количества людей, кто удерживал BNB, точнее, больше, чем 0.1 BNB на своем балансе в течение всего этого периода, будут выбраны ряд победителей, которые как раз и смогут забрать эту аллокацию. Извиняюсь, не 17 числа, а 18. 17 числа можно подать заявку на subscription. И уже 18 числа в 9 часов по какому-то, наверное, центральноевропейскому времени вы получите уже токены на свой кошелек. И я думаю, в течение часа после аллокации, либо даже двух, уже будет открыта продажа. Ну, либо же торговля. Обычно лаунчпады на Binance дают минимум 10 иксов, поэтому заскакивать сюда обязательно. Но, тем не менее, если у вас нет какого-то крупного баланса даже на текущий момент, да, например, 300-400 долларов, то я бы в данном случае эту акцию скипнул, поскольку на текущий момент у нас есть большое количество других акций, где требуется гораздо меньший баланс, но при всем при этом свои иксы получить еще можно. Общую информацию о проекте, а также о локации монет вы можете изучить на официальной странице, ссылочка, если что, будет в описании к видео, а я, наверное, побегу далее к другим акциям, которые не менее сочные. Переходим далее. Binance исполняется 6 лет, и в честь этого они проводят большое количество акций по получению монет, либо же по получению долларов даже в каком-то контексте. И как вы можете заметить, сейчас большое количество акций как раз
раз нацелены на тех, у кого нет баланса, либо же баланс крайне низкий. Более подробно о всех акциях вы сможете изучить сами, давайте не будем раздувать видео до 20-40 минут. Я вам оставлю ссылочку в описании, покликайте по каждому из этих баннеров, поизучайте, что от вас требуется. И как мне кажется, здесь можно реально заработать неплохой кэш. Просто потому, что сейчас не так много людей вообще знают об этой акции, хоть и пишут в разных каналах, что мол, типа, Binance исполнилось 6 лет, бегите там, пользуйтесь какими-то, не знаю, ваучерами, либо же принимайте участие в различных акциях. Однако я из своего наблюдения могу заметить, что очень малый процент реально сюда идут. Поскольку иксов здесь никаких не обещают, здесь обещают дать хоть что-то за принятие участия. Однако я думаю, некоторым нашим подписчикам будет крайне полезно принять участие в данных акциях, ровно для того, чтобы сформировать какой-то свой стартовый капитал в крипте. Вот, например, одна из акций по фан токенам. Вам нужно всего лишь создать аккаунт по нашей ссылке, к слову говоря. Будет круто, если вы создадите. После этого вы проходите верификацию, прикладывая свои документы, а также доказательства об адресе. И важное правило, нужно, во-первых, нажать вот здесь вот кнопочку Sign Up Now и после этого сделать торговый объем в $50 с следующими токенами. Lazio, Porto, Santos и Alpine. Кто не знает, это фан-токены разных компаний, разных брендов, которые занимаются различными видами спорта. Вот, например, Alpine — это вообще гонщики. И в зависимости как раз от вашего торгового объема, а также, в принципе, от вашей удачи, вам будет начислено определенное количество наград. В данном случае, например, если вы попадете в общую массу 1500 пользователей, вы получите всего лишь 60 центов. Однако, если вы создадите максимальный торговый объем и займете первое место, то вы получите $660, что, как по мне, это крайне много и крайне круто. Тем не менее, я думаю, здесь сидит очень крупный капитал, ребята, которые обузят эту всю акцию. Но, тем не менее, в какие-то 5-6-16, даже, может быть, $66 ориентироваться стоит. Опять же, нужно сделать не одну транзакцию, а сделать прям много транзакций. Я бы вам посоветовал гонять большой объем, но в данном контексте это не является чем-то тяжелым. Я думаю, что, в принципе, каждый способен просто купить монету, потом продать монету, тем самым создав торговый объем. Далее мы переходим к нашей любимой бирже Bybit. Сейчас могла быть рекламная интеграция, что биржа Bybit самая крутая, но мы все знаем, что нет крутых бирж. Почти все они паттерны, идентичные, и всегда централизованные биржи внесут в себе много рисков. Однако, тем не менее, на одной из самых крутых, как по моему мнению, бирж Bybit, стартовала акция с токеном Mantle, либо же MNT. Для тех, кто не в курсе, старые токены Bit теперь уходят, будут появляться токены Mantle. По сути, их просто поменяют один к одному. Не знаю, что будет с токенами Bit. На самом деле, мне кажется, их просто куда-то отправят на какой-то сток, у всех их выкупят, заберут и выдадут ровное количество токенов MNT. И в честь этого, поскольку биржа Bybit является одним из самых крупных держателей токенов Bit, а точнее токенов BitDAO, то они запустили акцию с получением токенов MNT, либо же получением аллокации на токены MNT. Опять же, все ссылочки, напомню, в описании. Вам достаточно просто перейти по ним, создать аккаунт, если его у вас нет. К слову говоря, наши реферальные ссылки находятся в самом низу в описании. Если вы хотите нас поддержать своей реферальной регистрацией, то, безусловно, это будет круто, и я вам буду крайне благодарен. Однако, опять же, не настаиваю и никак не хочу вас обманывать. Так вот, попадая на эту страницу акций, важно иметь на своем фандинг-кошельке на бирже Bybit $100. Также выполнить верификацию стартовую с там прикладыванием документов и так далее. И потом впоследствии перейти на данную страницу, нажать на кнопочку Sign Up или что-то наподобие того. Я уже, видите, нажал, поэтому не скажу вам, что здесь будет. И провести процесс регистрации. В результате, если вы выиграете, вам дастся аллокация от 1000 до 2200 токенов MNT, что на текущий момент порядка 500-1000 долларов. Ну и, естественно, эти токены вы выкупите за свои $100. Тем не менее, если ваш тикет не побеждает, то вы ничего не теряете, деньги вам просто возвращаются на кошелек, и вы их можете отправлять на любую другую биржу, заниматься чем угодно. То бишь, в данном случае данная акция ни к чему вас не обязывает, вы, по сути, просто залочите свои бабки на некоторое время на этой бирже, и через буквально 3 дня, я записываю это утром, вы увидите это видео вечером, вы сможете деньги забрать и перевести на любой другой сторонний кошелек, либо же использовать на бирже Bybit для покупки каких-то монет, либо принять участие в дальнейших акциях, которые, к слову говоря, сейчас у нас будут на горизонте. Что также важно понимать, в данной акции принимает еще большее число участников, чем даже с токеном SUI. При SUI это было 56 тысяч, с токеном MNT это почти 65 тысяч. Поэтому, ребятки, не расстраивайтесь сильно, если вы не выиграете. На самом деле, вероятность крайне мала. Однако, дней принимать участие здесь будет просто глупо, если у вас есть свободные $100. Но, тем не менее, токены MNT можно получить не только таким образом. На бирже также стартовала акция с депозитами. И, опять же, данная акция больше работает для новых пользователей. Акция предполагает получение части из пулов 3500 MNT. Каким образом их можно получить, можете спросить вы. Так вот, я вам скажу. Первое, самое первое, вы делаете регистрацию на бирже, если у вас еще нет аккаунта. Также важно отметить, что ваш аккаунт должен быть новым, то бишь здесь не принимают участие ребята, которые на бирже уже давно. Это, опять же, акция для новичков. Далее вам нужно нажать на кнопочку регистрации вот здесь вот, и только после этого вам нужно сделать депозит минимум $100 в течение 7 дней после регистрации. 17 числа биржа выберет 50 победителей, которые получат по 70 токенов MNT, что порядка
порядком $35 примерно, давайте так округлять. А также уведомление о том, что вы выиграли, придет вам на вашу почту, которая привязана к аккаунту. То бишь вы в любом случае узнаете о своей победе. Но тем не менее, вам также это все накинут на ваш кошелек. Важно отметить, что ваш аккаунт не только должен быть новым, я вот сейчас только что прочитал правила, это должен быть ваш первый депозит на биржу. То бишь неважно, закинете вы туда реальные доллары, либо же USDT, либо же любые другие токены, это должен быть ваш самый-самый первый депозит на аккаунт. Ну и также мультиакерам могу сказать, что скорее всего здесь это все порежут, ровно по той причине, что в последнее время очень крайний надзор к мультиаккаунтам, поэтому лично даже я уже перестал использовать мультиаки, я решил просто использовать свою удачу и сконцентрироваться больше на трейдинге и на споте, что мне приносит гораздо больше прибыли. Для новичков также, которые не совсем разбираются во всех этих биржевых темах, я вам дам пару советов от себя. Первое, закидывайте чуть больше, чем $100, например, это может быть $101, $102, может быть $105, ровно по той причине, что если вы захотите вывести бабки с биржи, то вам нужно будет заплатить комиссию. Также, новички, не расстраивайтесь, если вы не выиграете, 50 победителей это реально крайне малое число. Продолжаем дальше с биржей Bybit. На самом деле биржа кормит своих лояльных пользователей очень даже сочно. На текущий момент запущено две очень крутых акции по flexible стейкингу с токеном Ego, который был залистен недавно, может быть кто-то помнит, которая недавно была запущена и заплатила неплохие бабки своим пользователям. Так вот, биржа Bybit, приманивая депозиты, плюс создавая торговый объем, предлагает возможность принять участие в стейкинге монеты Ego почти под 400% годовых. Как мы видим, эти пулы почти вообще не заполнены, а до окончания акции еще целых 7 дней. Лично я залетел на $100 попробовать, посмотреть, и даже на текущий момент я уже более-менее доволен результатами. На самом деле эти 400% годовых очень хорошо чувствуются, это почти процент в день. Поэтому, ребятки, у кого есть крупный капитал и кто хочет принять участие в данной акции, безусловно, принимайте. Однако отмечу от себя, что это все равно high-risk акция, поскольку монета Ego может быть укатана еще в миллион раз. Однако есть такая маленькая мыслинка, ребята же запороли процесс листинга монеты. Там, говорят, ошиблись в нолике, однако я думаю, что было все гораздо круче и глупее. Но тем не менее, крайне маловероятно, что монета Ego польется еще ниже, чем цена листинга, а цена листинга это 0.06, точнее цена ICO, если быть очень точным. Поэтому я для себя купил данную монету не только для того, чтобы принять участие в акции, но и также поддержать ее некоторое время, и продавать ее ниже 10 центов я не вижу смысла. Исходя из этого, данная акция для меня выглядит крайне гемно, поскольку вы покупаете монету, которая в перспективе будет расти, а также кидаете ее в стейкинг. Плюсом ко всему, получая на это еще и процент. Но тем не менее, также есть другая акция с токеном Candy, который был за приложение Candy Wallet или что-то подобное, которое, к слову говоря, тоже неплохо насыпало. Однако данную акцию я вам рекомендовать не буду, выбирайте уж сами. Здесь осталось всего лишь 4 дня, и при всем при этом монета почти на пампе. То бишь, если мы с вами глянули бы график, монета поднялась почти на 100% от своего дна. Исходя из этого, данную монету покупать еще более опасно, поскольку в любом случае после всей этой акции монету, возможно, укатают. Но тем не менее, если у вас есть токены Candy, и вы их еще никуда не продавали, не заливали, и вы там держите их на долгое время, то можете, в принципе, закинуть их сюда под 365% годовых. Осталось еще 4 дня, что вполне нормально, если вы хотите получить по проценту в день. Вот лично моя инвестиция, как я сказал ранее. Вот, в принципе, здесь у меня $100 под Flexible Investment. И для тех, кому интересно, вот сколько я получил. Эта сотка у меня залочена как раз на токен Mantle. Я получил 87 монет Ego, что порядка 5, даже уже $6. Переходим к последней акции на сегодня от биржи Bybit. Это акция квестовая. Вам нужно немного изучить блокчейн Mantle и, в принципе, проект Mantle, и после этого пройти определенный квиз. После прохождения квиза вы крайне вероятно получите награду в $25, однако я думаю, что все-таки эта награда будет начислять не в долларах, а в токенах Mantle. Однако вот ребята говорят, что это все-таки будет 25 USDT. Тем не менее, принимать участие в этой акции крайне обязательно, я вам настоятельно советую это сделать. Это, по сути, самые легкие бабки за ваш сегодняшний день. Но тем не менее, вероятность победить здесь крайне мала. Всего лишь будет выбрано 20 пользователей, которые получат награду, однако кто вам говорит, что вы не будете в этой двадцатке? Вы переходите, опять же, на сайт данной акции и вот здесь нажимаете «Take me to quiz», и, естественно, на этой бирже у вас должен быть аккаунт. И после прохождения квиза вы получите свою награду. Я, наверное, принимать участие в данной акции не буду, все же дам возможности фору вам. Однако данную акцию я бы не скипал в любом случае, потому что, поскольку победить здесь, в таких акциях, которые малоизвестны, крайне легко. А на этом, в принципе, все. Всем, ребятки, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было полезным для вас. Настоятельно рекомендую не скипать такие акции, поскольку почти всегда на них можно заработать даже пару копеек. И в результате, в течение там 2-3-4 даже, возможно, месяцев, вы можете сформировать какой-то свой стартовый капитал, который вы можете направить, как инвестировать в какие-то токены. Так, например, можно и закинуть на фьючи и подписаться на наш трейдинг-канал, которым я публикую очень редко, но при всем при этом метко, разные прогнозы, либо же прогнозы по споту. Также обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, а также переходите в наш телеграм-канал «Основной Бабкина Крипта», в котором есть большое количество полезной информации. А с вами был Рус и канал «Бабкина Крипта». И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш.